На бровь, я их просто выщипываю. Там плита грязная. Это тебе татуаж. Вы меня потом захаете. На бровях? Нет. Не на бровях. У меня даже нарощенных ресниц нет. Ты чё? У меня губы кривые, я не делаю, потому что я за натуральную красоту. И пьяная это вообще их всех боже нахуях оттаскала. Нос сделанный и так далее, пошел в жопу. Я не бухаю уже давно. Здравствуйте. Терпите. Откуда вы? Что за плут? Что за татуировка, блядь, вот тут вот? А ты что, меня не узнал? А у тебя, смотрите, вот откуда в этот вот чай? Эта вот татуировка? Сейчас я вам сделаю. У меня из... Вот, намет, смотрите. От тату-мастера. Нихуя. Ну, у меня тоже, как бы, не Тимати бил. Ну, ладно. Он тебя переключил. У этого переключай сразу же. Ух ты. Ты такая красивая. Спасибо. А, еще бы ты спросил, чем я сейчас занимаюсь. Чем ты занимаешься? У бабушки карта России лежала. Пьешь? У бабушки карта России лежала на столе. Господи. Не убивайте его! Не убивайте его! Переключим. Ужас какой-то. Нет, нам вместе, но просто не хочу пока что-то бухать. Вы что там все охренели? Какой я трансвестит? Я за рулем постоянно. Ой, не надо вот так вот томно курить и показывать свои татухи, а то я свои покажу, понятно? С блокстара. Блядь, ёб твою мать. Не обкончайся. Не переключайся. Я этого ждала. Хотела красиво уйти. Там у Васи сколько? Ты олигарх? Сколько метров яхта? Сколько денег в офшорах? Если нечего сказать, переключайся сразу. Почему они все такие страшные, тупые? Ну почему? А опять этот с балкона. Все, мы уже всех перебрали. Ты отрыгнул или мне показалось? Ты что, блядь? Охренел на первом свидании отрыгивать? А? Ты что, конченый совсем? Ужас, блядь, я его бросаю. Привет. Привет, я сейчас только что, если что, бросила парня. Так что будь осторожен. Ну, я тоже только что рассталась, получается. Блин, ребят, мы для вас закрепили, закрепили тему. Я из Краснодара. Нет, говорю, откуда такое имя у тебя? От мамы. А меня раздёрзало. Веселый. Не очень. Так, я пошла в комнату, схожу. Кепку нужно снимать. Типа не мешать вам, да? Вы тут просто там серик смотрите и... Ага, ну ладно. Алло. Это последнее, да? А у меня в лаковой. Привет, девушка. Меня слышишь? Да. Что ты красота?
Да? Дерево, дерево, черное. А ты что, маньяк? Ты знакомишься с девушками, состригаешь волосы и сдаешь их на парики? А что это такое-то, которое у вас... У вас тоже есть такое, да? И у нас тоже есть такое, поэтому пока. Да вы в поисковике забьете чат-рулетка и, ну, найдется. Я не знаю, ну, она просто забила в этом... Как она называется? Ну, в любом гугле, да. Это, забьете, вам выйдет. Господи, опять драчун! Ты тоже драчун? Да понятно. Нет, почему? Да, ну... Ничего не настраивает. Да я тебе не про это, я с ними разговариваю. Вон папа твой зашел. В смысле страну поменять? На что? На арабскую страну? Угорайте. Да, ребята, это просто прикол. Нам же не важно тут кого-то найти. Мы просто угораем для прямого эфира. Они нам настройки тут, да, хотят менять. Остановись-то, поликольная бэби. Блядь. Тихо, не пугай. Подожди, стоп. Ты уже на грани. Чего? Остановись-то. Ты не можешь спугнуть. Руки покажи. Ты ебанутый. Вот так. Как и все они там. Вторую. А вторую, как я второй с телефоном. Все, ладно, ответ бля. Надеюсь, что телефон. Как дела, сколько лет, какой город, чем с какой занимаешься? Америкой мы им скажем, что hello, my friend? Сейчас я на карантине сижу совсем ничем. В Иркутской области я живу. Ой, переключи. Ему в больничку надо. Ага. Извините, я не вы смешные, просто там это было, ну, вы понимаете. Понятно. Привет. Блин, я отвлеклась и что-то, походу, не увидела. Пока. Я просто со своим телефоном тут еще сижу, отвлекаюсь от этого пиздеца. А чё столько сланцев? Чё там, 100 народа живёт? Чё? Обстановку по кайфу. Мы сегодня кайфуем. В эту ночь диджей ставит музыку только для нас. Дальше в буме слушай. Эфир, который мы заслужили. Да. Ну да, блядь. День добрый, вечер, ночь.